Губкинский присоединился к 10-й международной акции «Читаем детям о войне», приуроченной ко Дню Великой Победы. Мероприятие провели в Центральной библиотеке. Детям прочли рассказ об отсутствующем Льва Косиле. А пробиться? Видим, что ни в какую нельзя. И здесь оставаться дольше нет никакой возможности. Нащупал нас немец, зажал в лесу, почуял, что наших тут горсточка всего-навсего осталась, и берет нас своими клещами за горло. Вывод ясен. Надо выпираться окольными путями. После прочтения школьники с библиотекарем обсудили рассказ. Важной частью мероприятия стала минута молчания, как дань уважения памяти павших героев.